Спортивний клуб «Троя» проводиться змагання по перетяганню канату. Приєднуйтеся до команди «Спортпіпл Чернівці» та пропагуємо спорт та здоровий спосіб життя разом. Победа близко, я к ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Еще до старта далеко. Но я буду первым. Чувствую запах этой победы. Мне кричали, нет, не это. Ты не сможешь, это твой предел. Но ты мне не советник. Снизу соседи, дома тренинг. Рано утром я бегу, словно ветер. Не прав ты, букмекер. Готов, это ГТО, жизнь дает под зад, снизу апперкот, попадает в блок. Через боль и пот, знаю, тяжело, но никто не говорил, что будет легко. Я верю в себя, не верю в судьбу. Слышу, как кричат мои имя с трибун. Выпусти льва, не остановит никто. Еще до старта далеко. Победа близко, я к ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Еще до старта далеко. Выдох, вдох, высокий пульс. Это мой шанс, я не промахнусь. Кто из нас пройдет финал, определит игра. Слышишь шум трибун, все, пора. Настойчивый, упертый, так было с детства. Горячая кровь, храброе сердце. Со мной команда, трусом в ней не место. Реальный чемпион, тот, кто бьется честно. Уважение придет через кровь и пот. Настоящие мужчины выбирают спорт. Адреналин по венам, и боль пройдет. За команду, за страну, только вперед. Готов к труду, готов к обороне. Олимпиада Сочи нас не догонит. Главная битва впереди, будет нелегко. Еще до старта далеко. Победа близко, я к ней. Ну що ж, команда «Теребовля» на сьогодні переможці змагань по перетягненню канату. Хлопці, дякую вам за те, що ви підтримали наші любительські змагання. Розкажіть, як вам змагання, взагалі, як розвивається у вас дані види спорту, чи будете підтримувати, розвивати надалі? Микола Лютий. Тільки другий рік виступаємо по цьому виду спорту. Змагання нам дуже сподобалися, особливо те, що ми виграли. Я думаю, всім сподобалося. Ну, враховуючи те, що невеличке село, наскільки я знаю, рівень дуже високий для нього. Будемо приїжджати, якщо будете запрошувати, запрошуємо вас. Зараз буде подальше сказано про це і що, хочемо ще поборотися на руки. Так, у нас зараз відбудеться ще дружнє тренування на руки і надаємо слово тренеру Вікінжим. Дякую. Ну, хочемо подякувати за запрошення на змагання. Було все супер, професійно. Хочемо вас запросити 9 липня. Княже місто Теребовля, у нас відбудеться Тернопільська область, місто Теребовля. 9 липня на 12 годину у нас будуть змагання з Гарно, з Арнліфтингом, з Мазреслінгом, козацький жим. І на 17.00 будуть у нас свої змагання з козацьким багатоборством. Ну, приїжджайте, Батирський рівень, приїжджайте, буде, разом запрошуємо вас. Хлопці, дякую за запрошення, бажаємо вам нових спортивних результатів і успіхів у спорту. Дякую. Настойчивый, упертый, так было с детства. Горячая кровь, храброе сердце. Со мной команда, трусом в ней не место. Реальный чемпион, тот, кто бьется честно. Уважение придет через кровь и пот. Настоящие мужчины выбирают спорт. Адреналин по венам, и боль пройдет. За команду, за страну, только вперед. Готов к труду, готов к обороне. Олимпиада Сочи нас не догонит. Главная битва впереди, будет нелегко. Еще до старта далеко. Победа близко, я к ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко.
до близко, я к ней иду. Нельзя мне проиграть эту игру. На самый верх или я упаду. Я знаю, будет нелегко. Еще до старта далеко.